Всем привет! Я тут как-то показывала, что у меня осталось много вот таких колечек от карнизов потолочных. И что я хотела их там на вазу применить, не получилось. И вот наконец-то я нашла им применение. Идея не моя, идея из интернета. Я просто увидела знакомые колечки и решила, что вот, колечки будут пристроены теперь. Делать мы будем елочку. У меня таких колечек 53 штуки. Я посчитала, что все они могут уйти у меня на елочку. Останется вот одно колечко такое. Если я начну с 10 колечек. Сейчас первый ряд я проклею и покажу, как это. Я тут немножко потренировалась склеивать эти колечки. Оказывается, это не так-то и просто. В чем заключается трудность? В том, что колечки надо склеивать под наклоном, и чтобы получался идеальный круг. Конечно, можно было вырезать круг из бумаги и на как шаблоном им пользоваться. И еще, что трудно, ну не то, что трудно, а немножко долго, что надо держать клей до полного остывания. Когда вот так между собой склеиваешь, до полного остывания надо держать эти колечки. Иначе они рассоединяются. А я человек нетерпеливый, мне надо все побыстрее. И мне приходится иногда по два раза переделывать. Ну вот есть такой у меня грех торопыги. Это я склеиваю ряд, где 7 колечек уже. Вот, если мне кажется, что что-то неправильно, ну, я просто разъединяю. Вот, мне кажется, вот здесь неправильно, я расклею и буду склеивать по-новому. Вот у меня уже есть круг на 10, 9, 8, теперь вот 7. И вот лежат эти деревяшечки на остальную высоту, на остальные кружки. Ну, сейчас я уже поняла принцип, как это надо склеивать. Сначала, конечно, честно говоря, я немножко помучилась, потому что я по прямой склеила, а надо вот немножко под наклоном. Ну, сейчас я все доклею и буду собирать. Вот все круги я склеила. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Так, сейчас согреется пистолет, и я просто буду вот так скреплять. Побывающий вверх. Получится такая вот пирамидка. В общем, я сейчас все доделаю и покажу уже готовую елочку. Вот какая в собранном виде получилась елочка. Она где-то 55 сантиметров, не маленькая. Мне даже не хочется ее не красить, ничего. Хочется оставить в таком естественном виде, но здесь видны места стыка клеем. И надо все это задекорировать. Надо ее украшать. А так можно было бы оставить и так. Она очень хорошо смотрится. Теперь осталось только ее покрасить и украсить.
В елочке произошли кое-какие изменения. Я убрала нижний ряд, просто нам понадобились кольца там на карниз на один. И она стала немножко пониже, но хуже от этого не стало. И нашла, чем украшать. Открыла новогоднюю коробку. У меня там такие колокольчики. В том году я покупала, никуда не использовала. Потом вот такие бантики трех цветов. Серебро, золото, красный. И вот такие снежинки. Золото, серебро. Еще в других коробках надо поискать. Еще что-то есть. Специально. Я же не люблю покупать. Люблю использовать то, что есть. И вот шарики из-под дезодорантов. Вот столько у меня их скопилось. Хочу вот сюда вставлять. Так, фрагментально. Фрагментами. Потому что у меня их не так уж много. И, наверное, буду изнутри золотой краской покрывать. Сейчас я все это проделаю, приклею, покрашу и покажу. Маловато у меня колокольчиков. Ну, может быть, попадутся еще в фикс-прайсе. Я еще не ходила в этом году на новогодний товар в фикс-прайсе. Там полно всего, у девчонок видела в обзоре. Если подкуплю, можно будет еще приклеить. Ой, зацепила. Ну, пока вот так. И подставочка пригодилась. Вот так удобно что-нибудь делать на подставке. Сейчас также украшу бантиками елочку. Бантики сзади вот с такими усиками. Может быть, на елку их удобно закручивать, но на мою елку неудобно. Поэтому я их закрепляю так. Потому что когда их снимаешь с картонки, они не перекрученные. Я перекручиваю и просто вот здесь разравниваю и буду на клей пистолетный сажать, потому что здесь закручивать неудобно. Вот такая елочка у меня получилась. Мне кажется, я ее слишком забила бантиками. Когда она была из колечек, мне больше нравилось. Но я не могла остановиться. Еще хотела сюда бусинки. Ну, наверное, это уже будет перебор. Но я хочу еще вовнутрь вставить гирлянду светящуюся. Для этого я... У меня вот была подложка из-под торта. Я на ней что-то красила. И она окрасилась тоже золотом. Я ее использую. Я взяла, соединила два обрезанных из-под жидкого мыла стаканчика. У меня много всяких гирлянд. Ну, взяла, какая попалась поближе под руку. В коробке лежала. Она очень-очень длинная, эта гирлянда. И чтобы как-то ее разместить в этой елочке, я и сделала вот этот стакан. Сейчас гирлянду туда, в стакан помещу. Елочку. Я приклеила этот стакан к подложке. Елочку надену на этот стакан и посмотрим, что у меня получится.
Из скрепки я сделала вот такой крючок, чтобы вот сюда под макушку его зацепить. Гирлянда уже внутри в стакане. Одну лампочку я вывела вот сюда. Ну что, выключаем свет и делаем себе настроение. И хотя до Нового года еще далеко, давайте будем делать настроение себе пораньше. Несмотря ни на что, ни на какие неприятности. И будем надеяться, как каждый год, что следующий год принесет нам что-нибудь хорошее. А я желаю вам творческих успехов, хорошего настроения, здоровья, мира и добра вашим домам и семьям. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас, радует нас. Всё. Пока-пока.